Плоды твоей работы призыва обнаружатся на твоем счету в день воскресения. Благая речь языка имеет силу, зарождающую семена истины, которые вырастают в ком-то подобно цветку. Призывом могут быть твои поступки, речь или манеры, которые отличаются от показа нас с ТВ-камер. Идет наше негативное освещение в средствах массовой информации, потому что воспринимают ислам не красочно, а сепией. Сохраняй сердце ясным и сосредоточенным на деле, так как дело призыва – это продолжение дела пророков. Дорога трудна с поворотами и стрессами, но ведь мы сейчас мусульмане из-за призыва наших предшественников. Да благословит их Аллах, никогда не забывай о них. Учись у них терпению, ведь этот тест никогда не закончится. Знаете, нам нужно сломать все барьеры, стать уверенными в наших действиях, чтобы стать носителями призыва, ведь наша активность вызывает цепную реакцию в делах других. И эта награда построит нам замок в раю. Пускай райские сады окутают нас, лежа на ложах со светом в наших лицах. Награда за усердие в призыве.